Где-то там, на безоблачном небосклоне, беззастенчиво ярко озаряет небо звезда нашего детства, такая недостижимая и такая прекрасная, она озаряет всю нашу жизнь. И сегодня, в этот памятный день, орбита планеты детства вновь на мгновение соприкоснулась с планетой нашей школы. Каждый год в этот майский день школа прощается со своими выпускниками. Дорогие ученики, родители и учителя, пусть у нас сегодня совсем необычный последний звонок, но это именно тот праздник, который ждет с нетерпением каждый выпускник нашей школы. Этот день, этот час, этот миг, он настал. Мы приглашаем наших выпускников на школьную онлайн-линейку. Встречайте главных виновников нашего сегодняшнего торжества, учащихся выпускного 11 класса и их классного руководителя Литвиненко Татьяну Борисовну. Прощайте школьные дни. Что ждет впереди, неизвестно, и нам никогда не забыть те добрые песни, что пели мы вместе, их будем беречь и любить. Те добрые песни, что пели мы вместе, их будем беречь и любить. Сложные вечер далек, но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Окончание школы – это всегда волнительное и запоминающееся событие в жизни. Но в этом году это особенное для вас событие, потому что такого последнего звонка точно не было и, наверное, не будет ни у кого. И я думаю, что и вы тоже никогда не забудете. Хочу поздравить вас с окончанием школы.
Хочу пожелать вам успешной сдачи выпускных экзаменов и осуществления всех ваших надежд. Хочу сказать о том, что какие бы невзгоды и неприятности не встретились на вашем пути, пусть они не помешают осуществлению ваших планов. Пусть все сбудется. Всего хорошего, успехов на экзамене и удачного поступления в вузы. Первый. Любимый учитель, родной, в памяти нашей останетесь вечно. Вы нас поздравьте с весной выпускной. Мы ведь так любим вас все бесконечно. Первый учитель, последний звонок. Яркий контраст — это жизнь основа. Вы — это наш самый первый урок, первая цифра и первое слово. Мы несмышленными были совсем. Точки-веснушки, вихры и косички. Вашей заботы хватало нам всем. Каждому дали вы сердце частичку. Дорогие мои взрослые дети, казалось бы, только вчера я встречала вас на школьном пороге. Вы пришли в первый класс, такие интересные, смешные мальчишки и девчонки. Много пролетело времени. Я думаю, вы помните наши уроки, наши интересные поездки, классные праздники. И вот теперь вы опять на школьном пороге, но на пороге в большую жизнь. Жизнь – это выбор. И только от вас зависит, каким он будет. Берите от жизни все правильные уроки. Делитесь своим опытом. Перенимайте чужой, но всегда помните одну библейскую заповедь. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам. В добрый путь, мои дорогие взрослые дети. Здравствуйте, дорогие мои выпускники и уважаемые взрослые. Как быстро пролетели эти 11 школьных лет. Ты смотри, 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 полетели пузыри. Все они воздушные, очень непослушные. Такие же непослушные и несмышленные, какими вы были ровно 11 лет тому назад, когда пришли учиться в школу. Ребята, а из чего сделаны мыльные пузыри? Из шампуня, мыла, воды, скажете вы. Действительно так. А еще, ребята, они сделаны из смеха, радости и улыбок. Смотрите, какие они яркие. Мне очень хочется, чтобы ваша жизнь была такой же яркой, как эти мыльные пузыри. Как они летят, высоко-высоко, легко-легко. Желаю вам также подниматься высоко-высоко по лестнице к своей мечте, идти по этому пути легко-легко. А если вдруг вам встретятся на пути невзгоды, неприятности, пусть они лопаются, как эти мыльные пузыри. Ребята, все же мыльные пузыри, как они радуют взрослых и детей. Желаю, чтобы вы также радовали взрослых, своих педагогов и родителей. Успехов вам, ребята, счастья и любви. Но если вдруг вам станет грустно и печально, то тогда, ребята, бегите в магазин за мыльными пузырями. Милые мои ученики, кажется, вчера мы были только первоклассниками, учили азы начальной школы. И вот сегодня вы, выпускники, прощаетесь со школой. Успехов вам, выпускники, счастливой судьбы и удачи. Пусть знаний волшебный родник поможет решить все задачи. Пусть станет доступна мечта, исполнится море желаний. Пусть радует жизнь, красота, и в жизни найти все признания. Родная школа, мой любимый глаз, сегодня говорит вам до свидания. Последний раз звучит звонок для вас. Пришла минута расставания. Добрый путь,
дорогие ребята. Дорогие ребята, вот и подошел наш последний школьный урок и последний школьный звонок. В этом году он проходит в необычных условиях. Мне очень сложно приветствовать вас, не видя ваших лиц. И тем не менее, я сердечно поздравляю вас, ваших родителей, наших учителей с таким большим событием. Впереди у вас новый этап жизни. Он будет наполнен большими событиями, серьезными решениями, ответственными поступками. Я верю, что все трудности, которые станут на вашем пути, вы преодолеете. Вы здоровые, молодые, красивые, умные. У вас впереди очень много достижений, каких-то своих решенных планов, реализованных проектов. Желаю вам здоровья, удачи, трудолюбия и, конечно, пусть, что вы наметили, все реализуется. Дорогая Татьяна Борисовна. Спасибо за то, что всегда рядом были. За то, что прощали, за то, что любили. За то, что всегда понимали вы нас. За то, что стал дружным и крепким наш класс. А мы обещали, будем часто звонить. И в гости всем классам сюда приходить. И никогда не забудем мы вас. Мы очень любим вас! Ваши смены, от всех, кому немного лет, выпускникам любимочку, наш пламенный большой привет. Выпускной экзамен скоро, приближается пора. Мы от всей души желаем вам ни пуха, ни пера. Родители, последний звонок у ваших детей, вы можете ими гордиться. Не зря вы когда-то не спали ночей и им помогали учиться. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне дорожить. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Знаешь, я не зря все советую, сам когда-то был на твоем месте, только поэтому помогаю с ответами, как это было давно. Но если бы я мог вернуть все это время, я многое, наверное, изменил бы без сожаления. Ну что, скажи свое мнение, тебе ж не все равно. Как ты будешь жить, с кем?
кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но знай, в любой момент с тобой готов я рядом быть. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Мы живем в лучшем городе Рыбное. Мы учимся в лучшей школе номер 3. Только ученики нашей школы одновременно могли делать 3 вещи. Это знать предмет на 2, получить за него 4 и сидеть и спорить, почему не 5. Огромное спасибо школе за лучшего друга. Школьные годы останутся в моей памяти как беззаботное время, которое принесло в мою жизнь много хороших моментов. Ведь именно в школе я обрела настоящих друзей, и именно школа воспитала во мне самые хорошие качества. Только в нашей школе самые чуткие и отзывчивые учителя. Делая первые шаги в взрослую жизнь, хочется поблагодарить всех учителей и работников школы за огромный вклад в каждого из нас. Искренне хотим оправдать ваши надежды, достичь тех высот, к которым вы нас подталкивали. Учителя дали нам не только знания, но и огромный опыт. Спасибо, что относились к нам снисходительно, как к детям, и учили нас быть взрослыми. Желаю учителям здоровья, терпения, долгих лет жизни и спасибо вам за все. Моим одноклассникам хочу пожелать удачи в будущем, а учителям хочу сказать спасибо за их бесценный опыт, знания и доброту. Спасибо, что верили в нас, всегда помогали. За все эти годы мы с вами, дорогие учителя, прошли огромный путь, который привел нас в этот день. Хочется поблагодарить вас за ваше бесконечное терпение и мудрость, за вашу светлую веру в нас и за ваше чуткое отношение к нашим проблемам. Будьте счастливы, и пусть в вашей жизни всегда светит солнце. У наших родителей один или несколько детей. Вы тоже родители. У вас их десятки и сотни. Вы родители в квадрате и кубе. Спасибо вам, что нашли подход к каждому из нас. С любовью. Дорогие преподаватели, от имени всех учеников 2020 года хотим поблагодарить вас за то, что вы желали нам добра и старались сделать каждого из нас, пускай даже самого безнадежного, лучше. Мы постараемся оправдать все ваши ожидания и реализовать лучший сценарий своей судьбы, который только будет возможен. Мы обещаем, что будем стараться стать достойными людьми, чтобы у вас был повод для гордости. Желаем вам легкой профессиональной дороги, украшенной большими и маленькими успехами, реализации планов и достигнутых целей. Школа, ты дом, милый дом, мой родной, мой родной. Я приду, я вернусь за тобой. Школа, ты дом, милый дом, мой родной, мой родной. Я войду, ты мне двери открой. Школа,
Забавные моменты, романы, лирика, любовь и комплименты. Скучно не бывает, все это знают. Школа воспитала нас и выпускает, пролетает время, мы становимся умнее. Книги, поэзия, развиваемся быстрее. Красочные стены, кабинет с доской. Школа, это дом мой. Родители воспитали, дали советы, знания давали в школе. Учителям спасибо за их терпение, за силу воли. Любовь порой приходит в школе, ревность, измены, выяснение отношений на переменах. Чего только не происходило в школьных стенах. Я помню свой класс, свой первый урок. Пришел выпускной, прозвенел последний звонок. С улыбкой вспоминаю, знаю, что никогда не повторится это с нами. Счастливое время, к будущему стремление. Время уходит, как расцветает солнце на восходе. Не услышу учительской указки треск, не увижу в классе больше занятых мест. Занятых мест. Все, что случалось в школе, с улыбкой вспоминаю, знаю, что никогда не повторится это с нами. Школа, прости за детские ошибки, благодарю за знания, за искренние улыбки. Предпринимал попытки, доказывая, что был умнее. Я был неправ, осознал, став взрослее. Жизнь не поддается порой правилам. Был молодым, считал, что делаю все правильно. Помню класс родной, тот кабинет с доской. Жизнь окрашена черно-белой полосой. Помню, как сидел за партой, парился. Не бывает в жизни так, чтоб дважды ты состарился. Пролистывая выпускного альбома страниц, школьные дни не могут только присниться. Закрываю глаза, я четко помню лица, их голоса, их голоса, их голоса. Школа,